Ну вот эта маска, конечно, прям... Ой, боже, я готова сидеть и нюхать бесконечно. Как она вкусно пахнет. Привет, девочки, на моем канале Свет и Сон про красоту и уход. Итак, тыква, полынь, рис, инжир, нони, белый трюфель. Нет, я сейчас перечисляю абсолютно не еду, если у кого вдруг появился аппетит что-то съесть. Это ингредиенты, которые сейчас используют в корейской косметике. Для чего, зачем и почему, хочу сегодня рассказать вам про интересные средства с интересными составами, которые помогают нашей коже выглядеть замечательно. Рис корейцы любят не только употреблять ежедневно в еду, но также рис издревле, реально издревле используют кореянки в своем уходе. Поэтому современные косметические бренды также используют данный ингредиент для своих средств. Например, бренд Amphro использует рис, у них есть целая линейка рисовая. Вот, у них есть тонер с рисом, это раз. И у них есть замечательная, очень интересная очищающая маска на основе риса. Вот. Она прям пахнет рисом, и здесь внутри содержится, если вы видите, рис. То есть там есть прямо цельные зерна риса. Итак, что же делает рис с нашей кожей? Каким образом он помогает? Рис – это осветляющий ингредиент, он помогает коже выровнять тон, в борьбе с пигментацией. Как вы знаете, кореянки любят белоснежную кожу, поэтому рис, он работает таким образом, он действует как осветляющий. Но не думайте, что если вы начнете использовать косметику, которая осветляет кожу, вы из, грубо говоря, мулаточки превратитесь в белоснежку, да? Осветляющая косметика работает не так. Осветляющая косметика работает на выравнивание тона, убирает покраснения, какие-то неровности на вашей коже, и ваш тон кожи никак не станет светлее, чем он, в принципе, вам дан от природы. Поэтому не бойтесь использовать уходе, в своем уходе осветляющие средства. Наоборот, осветляющие средства работают так же, как и антивозрастные. Они помогают нашей коже сиять и выглядеть красивой. У бренда Abib тоже есть средства с рисом. Это ночная маска с пробиотиками и с рисом. Она помогает коже успокоиться, она питает, увлажняет ее. Очень хорошо подойдет для чувствительной кожи. Давайте покажу вам, как она выглядит. Здесь есть такая внутри лопаточка. Она представляет такую легкую, знаете, как желе. То есть вот, вот так вот выглядит эта маска. Вот она желейная. То есть вы ее наносите вечером вместо своего увлажняющего крема ночного, дневного. В общем, вместо увлажняющего крема это ночная маска от бренда Abib с рисом. Вот для чего используется в уходе рис. Следующее, что сейчас просто на, как сказать, на пике популярности, практически каждый бренд выпустил средства с этим экстрактом, с очень сложно выговариваемым названием на русском языке. На английском это называется Heart Leaf, а на русском сейчас экстракт Хаутюни. Если правильно сказала, давайте загляну в телефон. Сколько я не пыталась выучить это слово, мне каждый раз его очень сложно говорить. Так, экстракт хаутюни. В общем, хаутюния. Давайте проще. Хартли. Итак, это экстракт, который помогает нашей коже. Этот экстракт очень хорошо подходит для проблемной кожи, для чувствительной кожи, для жирной комбинированной кожи. В общем, если у вас есть проблемы с высыпаниями, чувствительностью, то данные средства с данным экстрактом идеально подойдут. Вот у бренда Abib есть тонер с Heartleaf, раз он идеально для проблемной кожи, у них целая линейка с Heartleaf. Есть у бренда Abib вот такие тонизирующие диски, тоже с Heartleaf. Вот, тонизирующие диски можно использовать вместо тонера, либо вы как примочки их накладываете на лицо. Также у бренда Skin 1104 есть вот такое мыло, тоже с Heartleaf.
Успокаивающее, кстати, очень хорошее мыло. Обычно мыло сушит кожу, но данное мыло вообще не сушит кожу, оно не стягивает. И еще замечательно то, что оно идет вот в такой вот сразу сеточке. То есть вам не нужно дополнительный гаджет, да, для того, чтобы сделать пенку. В этом средстве оно уже сразу идет в комплекте. В общем, экстракт хаутюни подойдет вам, если у вас проблемная кожа, чувствительная кожа, есть высыпание, жирность, черные точки и прочие неприятности на лице. Еще один интересный экстракт и ингредиент, который используется тоже в корейской косметике, в азиатской косметике, это экстракт юджа. Юджа – это гибрид апельсина и мандарина. Если я не ошибаюсь, это цитрус, и его тоже очень многие бренды используют в своих средствах. Например, такой бренд Ханюль, у него есть тоже целая линейка с экстрактом юджа, а это ночная маска. И, боже, девочки, оно пахнет просто, знаете, вот как апельсиновая цедра, либо лимонная цедра, просто невероятный запах. Я обожаю эту ночную маску за, во-первых, за ее аромат, вот, а во-вторых, она очень классно, знаете, выравнивает тон. Юджа вообще помогает выровнять тон, также бороться с постакне, с пигментацией. Юджа отлично подходит для жирной и комбинированной кожи, потому что она регулирует выработку себума. Поэтому я рекомендую использовать, например, либо ночную маску, либо вот у бренда Abib есть такие диски с экстрактом юджа тоже и с пробиотиками. Как выглядят эти диски? Вообще, что за диски-то такие? Про это надо тоже сделать отдельное видео. Очень популярно сейчас тоже в корейских брендах делать такие тонизирующие диски. Есть успокаивающие, осветляющие, есть пилинг-диски, есть диски с кислотами. Вообще я люблю пэды за их универсальность, потому что, во-первых, их можно использовать вместо тонера, да, то есть они сразу пропитаны эссенцией, есть прям тонинг-пэды. Их можно приложить как примочки на проблемные участки на лице, оставить, можно протирать кожу, удобно брать с собой. И вот эти сьюджи, они очень классно увлажняют кожу, просто после них, что у меня здесь резинка на руке делает? Вы только посмотрите, да, какое сразу увлажнение на коже образуется после этих дисков. И невероятно пахнет. В общем, юджа, я тебя люблю. Итак, я вам рассказала про юджа, про хартлиф, про рис. И давайте, что еще интересно? Ага, полынь. Казалось бы, ну полынь, да, подумаешь, полынь, она у нас везде как сорняк растет. Но корейцы тоже пошли далеко. Вообще, сейчас такой, знаете, тренд использовать натуральный экстракт, разные растения в косметике натуральные и совмещать их, знаете, генерить и делать такую трансформацию средств на стыке каких-то инновационных технологий и натуральных растительных ингредиентов. Это очень классно, поэтому сейчас косметика и уходовые средства, они уходят просто, ну, как бы на такой другой уровень переходят, да, и можно выбрать для себя, если вы там любите веган бренды, да, вы там за clean beauty и так далее, то сейчас огромный выбор, и такие косметические средства не вредят коже, не вредят природе, экологии и так далее. Это маска от бренда Axis Y, достаточно такой новый бренд. Это маска с полынью, знаете, она прям реально пахнет травой. Вот, давайте покажу вам. Вот так вот она выглядит. У нее такие крупные, видите, гранулы, и это полынь. На самом деле в корейских средствах не редко встретишь какие-то скрабирующие такие крупные прям скрабы, да, вообще кореянки не любят скрабы, тоже против скрабов, за деликатное очищение. Но данная маска, она очень деликатная. И в отличие от многих глиняных масок, она, значит, имеет такую вот, как я уже показала, легкую форму, такую как гелеобразная какая-то консистенция. И вот эти гранулы, они так растворяются на лице и очень хорошо удаляют ороговевший слой кожи. При этом деликатно борются с черными точками и успокаивают. Еще один бренд, который также использует полынь, на самом деле много брендов, просто я сейчас показываю то, что мне нравится, то, что я пробовала, тестировала, то, что есть в нашем интернет-магазине, конечно же. Вот, это маска с полынью от бренда I'm Sorry For My Skin, она мне тоже очень нравится.
замечательно подходит для того, чтобы взбодрить кожу. У меня у самой комбинированная кожа, бывает высыпание. И эта маска отлично спасает в таких ситуациях, когда вдруг у вас там высыпания какие-то, да, покраснения. Она хорошо успокаивает кожу, при этом идеально подходит для комбинированной, жирной и проблемной кожи. Еще раз вам знакомлю с брендом I'm From, и у них есть такая линейка на основе инжира. Вот, замечательная бустер эссенция с инжиром. Вот, видите, она такая легенькая, как водичка, молочная такая, вроде бы, да, эссенция. У них также есть вот очищающий щербет на основе тоже инжира для удаления макияжа. Пахнет очень приятно. Также любят использовать в косметике тыкву. И вот это, например, очищающая маска на основе тыквы от бренда Skin, вот Pumpkin Pack. Здесь тыква, здесь содержится также экстракт меда. Вот данная маска хорошо помогает коже бороться с чувствительностью, хорошо увлажняет кожу. Еще недавно появился бренд, тоже такой молодой. Вообще сейчас я показываю вам, в принципе, такие молодые бренды, которые не так давно появились на косметическом рынке корейском, и вот за счет интересных составов и экстрактов они вызывают интерес, естественно, у потребителей, тем самым выходят как-то на, ну, на уровень узнаваемости. И вот бренд Kelly Max, они заявили себя с помощью экстракта нони. Если вы были в Таиланде, да, то наверняка знаете, что это нони, что это волшебное растение, да, которое считают в Таиланде чуть ли не там от всех бед, которых только можно. И вот экстракт, ой, господи, бренд Kelly Max использует в своем уходе этот экстракт. У них есть и тонер, и очищающая глиняная маска, и ампула, и увлажняющие маски. И действительно, очень круто увлажняет кожу этот экстракт. Замечательный, это антиоксидант. Очень хорошо подойдет и для чувствительной кожи. Мне очень нравится использовать данные средства в летний период. У них есть замечательная ампула с нони, и она очень здорово увлажняет кожу. Плюс к этому все эти бренды, кстати, бюджетные, у них достаточно такая доступная цена. Как видите, никаких хрюшек на упаковках. Бренд Neogen. У бренда Neogen тоже есть разные средства с интересными ингредиентами. Вот, мне очень нравится, например, вот эта их сыворотка с белым трюфелем, точнее, там масло сыворотка. Замечательное увлажнение от этой сыворотки. Anti-Age Effect. Это сыворотка с белым трюфелем. Я ее обожаю. Белый трюфель — это тоже замечательный антиоксидант и замечательно работает на улучшение возрастных изменений и увлажняет, питает кожу. Мне она очень-очень нравится. Я использую ее, наверное, на регулярной основе. Вот так она выглядит. У нее такая легкая гелеобразная форма. Очень здорово увлажняет, питает кожу, наполняет ее. Знаете, кожа за счет этого становится такой увлажненной, напитанной, эластичность повышается. Вот, и данную сыворотку, ну не знаю, сколько, это же у меня, по-моему, третий бутылечек, идет в расход. И еще одна сыворотка от бренда Neogen с бакучиолом. Бакучиол — это растительный ретинол. То есть, если есть ретинол формы А синтетический, то данный ретинол, он добывается из растения. И тем самым, конечно, по эффективности он не сравнится с ретинолом А, да, но тем не менее, это альтернатива этому ретинолу. И у него тоже такая легкая текстура. Он работает на повышение эластичности, увлажняет кожу, как бы здесь написано лифтинг эффект, но лифтинг эффект от косметики ожидать мы, конечно же, не будем, но тем не менее это достаточно неплохое средство. А еще забыла показать вам масочки от бренда GM Solution, но я думаю, что многие видели маски с коконом Golden Cocoon Mask Plus. Думаю, в свое время они были достаточно популярны, возможно, даже сейчас популярны в России.
как интересный состав. Итак, как вы видите, сейчас огромное количество на корейском рынке появляется интересных брендов, которые выпускают интересные средства с разными экстрактами, натуральными составами. И можно найти на любой бюджет, на любую проблему свое универсальное или не универсальное средство, чтобы оно стало вашим фаворитом. Надеюсь, это было интересное для вас видео, вы нашли что-то новенькое для себя. Вот, обязательно заглядывайте ко мне в Instagram, заглядывайте в наш магазинчик Song of Beauty, у нас там всегда самые последние трендовые новиночки из корейского бьюти мира. Пока! Ставьте лайк, колокольчик, жду вашу подписку и ваши комментарии.